То есть вы все наверняка знаете о том, что мы продолжаем ремонты наших учреждений. Напомню, что это у нас продолжение и фактически завершение ремонта детской городской больницы, и на это было выделено порядка 35 миллионов рублей. Это ремонт городской больницы номер 2 в размере 25 миллионов рублей. Это продолжение ремонта второй детской поликлиники, и это ремонт отделения поликлиники, городской поликлиники номер 1 на Северном микрорайоне на улице Молодежная, 8.